Внимание! Данный видеоматериал не рекомендуется лицам моложе 16 лет. Итак, добро пожаловать на канал Play with Waker, дорогие друзья! И сегодня мы будем продолжать играть в Slayway Camp! Как вы помните, да, в прошлый раз мы вроде как очень неплохо сыграли. Так что продолжаем. У нас глава идет вторая с половиной. Another Return to... Куда-то там, не знаю, короче, какая-то другая типа глава. О, мне эти видеоставки так нравятся. Тут ребята едят бутылочку, тут... Тут такие забавные этот парень, который с конструктором. Сам по себе бедняга. О! Случайно взял... Так, о! У нас шикарный киллер. Прям бомба! Phone Call of Duty. Call of Duty. Да. Это зазвонил телефон. Давай бомба. Опа-на! А, смотрите, какой классный был. Звонок. Умри! Та-дам! Ну все, прекрасно. О, я уже забыл, что тут эти приколы. Опа! Splatterlicious! Блин, какая классная озвучка. Да и бабки мы классно играем. Итак. Все, мы прошли сын. А. Playmaker. Патимейкер, да? Оп. Ах ты мелкий. Как мне тебе это паться? Что-то я не догоняю. Так, стоп, что за чёрт? Наверное, надо сначала уже начать. Так, давайте еще раз посмотрим. Вот. Не-не-не, ты не так бежишь. Ой! Я его случайно убил. Нам надо... Я понял. Смотрите, как нам надо сделать. Нам надо его... А теперь... Нет, не хотел его убивать, прости. Ну, как бы хотел, но не прямо сейчас. Так, стоп, это тоже плохо, если надо по-другому сделать. Так, смотрите. Мы можем просто убивать? Я так не могу. Так, смотрите, нам надо его... Нет, не хочу его там пугать. Не так, не так. Давайте его... Да блин, что же такое-то? Да, давайте еще раз посмотрим. Смотрите. Если мы в эту часть... То есть мы сможем попасть... А, оп. Нет, мы можем попасть сюда, сюда, но его убьем все равно где-то здесь. То есть нам нужно... Не-не-не. Ай, ты не маленький. А, может мы тебя сможем еще раз испугать? О, вот, все, я... Я понял. Крымочки! Отлично, все, идем в портал. И... Оп! Бабки киллер, это круто! Оу, оу, как жестоко! Так что, милым бабушкам не всегда есть смысл доверять. Мало ли кто они есть на самом деле. Задумайтесь. Бабушка, бабушка, дикая, жестокая, а? Еще и снова... Я думал, у нас сейчас качаем. На, вот тебе гранату. Гранату в лицо. Получи, фашист, гранату. Боккейс блокейт. Так. Мне кажется, у нас какая-то проблема. Почему? Я просто хочу на него... Ой. А? Что происходит? О! Даже не успел вскрикнуть. Вот так вот. И такое... Вот он. Вот застрял. Ой, не понимаю я. Давайте колесико мышки все тут видим. Вот. И посмотрим с высоты птичьего полета. Нам надо... как-то на кресло ее загнать. То есть...
Блин, ну мы ее только пьем. Слушай, мы можем сейчас направо пойти, вверх. И налево. Но мы ее просто убьем, скорее всего. Поэтому, да, поэтому это бессмысленно. Как нам ее отпугнуть? Она качественно отпугнуть. Это ее на центр. Да. Мы можем пойти вверх, она убежит направо. А дальше? А дальше никак. То есть... Ой! Так, я думаю, нам шкаф. Я не знаю, понадобится нам шкаф этот. Но нам надо как-то... Стоп, а если мы сделаем вот с этим? Сейчас я тут испугаю. Где нам шкаф мешает? Да, мы это уже много раз... Да, серьезно, book race block it. То есть, ну да, мы видим, что нам книжная полка на самом деле все блокирует. Мы можем сейчас уронить два места. Можем уронить вот сюда, и нам это что-то даст. Да! Тю, вы что, издеваетесь? Все! Так это вообще изи, вот! О, как это смешно! Это просто смешно! Вот честно, как я мог этого не заметить? Это забавно выглядит. Ну, что ты хочешь? Да, вздыхает. Пусть вздыхает, пока еще может. Это не нафиг. Именно так. Ибо нефиг выпендриваться, все. Блин, да, вы меня извините, я думаю, это было очень глупо даже, но... Мы справились в любом случае, я думаю, сейчас все пойдет быстрее. А может и нет. А может... О, полицай! Дай, полицай, все. Умри. Ой, человек, я даже не видел. Ах ты такая... Нет. Ты сделала плохую вещь. Давай, возвращайся на место, где там стояла. Вот, где ты такой? Папка, ты такая... А чё, какой, видели? И такая, оп, беспален. Папка, ты... А! Стоп, мы потом сможем вернуться? А, ты сможешь. Нет, не сможем! Да! Лол. Так, все, сейчас меню все на место. Сначала надо убить этого парня. То есть, сначала убиваем полицая, потом... Ты больше не сбежишь. Назад. Вот так вот. Теперь тебя убиваю. Вот голова какая у нее. Тебя мы подъезжаем. Все, подъезжаем. Смотри, как быстро мы оп! Фантастик. О, да, это точно. Где Dialing Dispatch? Так, где мы? Оп, мне кажется... Ах, вы такие плохие. Ну, давайте сделаем вот так вот. Подойди, дружочек, к телефону. Так, давайте не испугаем. Где-то нам еще понадобишься. Может, нет. No. Это мне отвечает no. А, все. Нам же полицейские. Так, понял. Опа! Так, сколько у нас? 1960 голды. Я думаю, мы пройдем вот прямо сейчас эту миссию за пару секунд. Давайте, мне не нравится. Типа вид сверху это красиво, но мне просто так. Так, а ну мы его убьем потом? Да, убьем. Я так и не понял, что мы ему сделали, но я думаю, лучше об этом не знать. Так, вот сейчас мы сделали идеальную фигню. Потому что нам надо... Нам надо будет еще. Что нам надо? Вот сюда. Все, надо вообще. Не знаю, давайте пока что так все и оставим. Вот, где тебя мы? Да, рычит, кусается и руки-ноги ему отрывает. Как мухи цикатухи. Руки-ноги... Опа! Мы их крутим. 2000 есть! Итак, смотрите. Мы дошли до самого эпичного момента. Сейчас у нас появится наконец-то то, чего мы так долго ждали. Пони, да, мы его купим, даже не думая об этом. I wonder what things are made of. I bet it's candy. Cinco de Slayo. New core pack. Я не знаю, что это такое. Поэтому, я думаю, мы это обязательно увидим еще. Оп. Так,
так буду тебя испугать. Ты своих же убиваешь! Как так вообще можно? Она мгновенно снизу скрыла, да? Думаю, нет. Как все сделано, а? Нахуй? А вот сзади там сколько кнопочек. Я сейчас не знаю, что нам дает, но нам надо. Вот так нам надо сделать. Так в прошлый раз мы тоже так, наверное, могли сделать. Ой, стоп. А ладно, так. А тебя мы так мы опасны, персонаж, так что. С нами шутки. Не шутите. Brand calls. Какой-то там звонок. Так. Все равно, что телефон, нам надо будет позвонить. Тебя убить. Теперь надо пойти наверх. Мы сделали такую... Мы сделали небольшую глупость. Подожди, еще раз. Так, как нам сделать правильно-то? Вроде сюда позвонил. Ага, и что не происходит, сюда позвонил. Ой. Ой. Что думал, будет так все просто в твоей жизни? Ибо нефиг ездить по лагерям. Вот так. Особенно селиться там, где такие миленькие бабочки такие. Приходи, милочек. Сейчас я тебе тут все покажу и расскажу. Ну тут 9 часов. Может быть, мне, конечно, кажется, но тут, по-моему, что. А. Все, можно не будет. Он так всегда, знаете, смотрит. Чу, это вообще изи. А оказывается, что это нифига-то и не просто. Так что нужно быть намного бдительнее. Как тут пройти это? Мы можем подругу испугать, она убежит наверх. И что произойдет? Мы можем просто ее сейчас убить. Но мы от этого мало чего получим, на самом-то деле. Так, хорошо, давайте. Ой! Ой! Утонула меня, Граш. Ой, и мы. Мы за ней, короче. Нам она нам очень понравилась. Так. Так, давайте. Как же нам поступить-то? Нужно лучше наверх отправить. Так! Что мне это дало? О! А, она от испуга тоже убегает, если я... Кочек, косточек. И какие красивые у них черепки-то. Оп, куда надо? О, да, это я правда попался. Смотри, смотри на ее лицо. Невозмутимая бабулька. Бэм! Ну ничего, ничего. Так, куда мы двигаемся дальше? В огонь. Так, где портал? Вот не нравится мне это задание. Мне кажется, что все так просто. О! О, не так. Ой. О, ай, блин, я думал, что она его сейчас будет избивать до смерти. Это было бы... Я разочарован, честно. Я думал, что она сейчас по песне начнет бить, 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 бить. Хотя это было бы уже слишком жестоко. Да? Ничего. На некоторые жертвы нужно идти. О, стоп. Выбора нет другого. Нет. Вот так вот можно пройтись.
Оп-оп-оп-оп. Так, куда лучше? Наверх? Да, лучше наверх. Лодчик. Иди как одну. Все. Все. Вот так вот. Хедшот. Оу, я. Отлично. 12-я сцена. Опасный звонок. Это я могу перевести. Так, ты, друг, мне кажется, тебя можно убить очень прямо сейчас, но мне кажется, ты нам еще понадобишься. Я даже не знаю для чего. Давайте сделаем так. Телефон. Так, теперь пройдемся вот так, вот, вот так. Ты думал, она просто будет от нас бежать? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, мистер! Я что, сам себе закрыл путь? Теперь ничего чужого нету. Ладно, ты мне просто тут не нравишься. И ты тоже не нравишься. Все, прости, милочек. Поживи еще немножко. Интересный момент получается. Нам надо одного все-таки к телефону. Вот так вот. Так, теперь нам подумать, как лишнее всего нам сделать. Надо, наверное, вот так его испугать, теперь его тут убить. Теперь ты, девочка. Иди, мой дружочек. Та-дам! Вот так вот просто. Да, у нас проблема были в первом, поэтому, знаете, там, пока раздуплишься, пока там, ну, вспомнишь, что было. Так, Flaming Felony. Так. О, какой мелкий, с ирокезом. Да ты что, модный, да? Покурить хочет. Ох, ах, вы маленькие детки. Мы уже видели в игре под названием Вык. Деток. Мне этих деток хватило с головой. Так, давайте мы с вами тоже разберемся. Опа! Блин, топопин, топорище. Тут мало кто такое удержать может. Но, как мы видим, это что такое? Ох ты! Так, ну давайте посмотрим. Куда там двигаться-то можно? Давайте вот так. Не смысл. Так, ну конечно, с тобой тоже сможем разобраться. А, вот с тобой маленький. Ох ты маленький. Ладно, ладно. Давайте там поменяем немножечко стратегию. Если она у нас была, конечно. Нам надо испугать того мелкого. Чё? Ой, так вот мы его уже били. Он нам нужен еще, как вы думаете? Нам надо будет его убить сверху обязательно. Вот самое главное. А мы потом к нему не попадем. Интересный момент получается. А, надо было его убить сразу. Искали, но его всего места, все этого не видел. Ой-ой-ой. О, наши любимые ножнички. Вот честно, вот покупкой ножниц я очень доволен. Чик-чик. Еще разочек. Чтоб тебе мало не показалось. Так, иди сюда, красавчик. Что, простите? Как я вообще туда попал? Нет, ты палец телевизора, ты нам еще понадобишься, так что ты еще.
ты можешь еще радоваться жизни буквально несколько секунд. Вот, теперь мы идем за тобой. Вот так. Так, давайте вернем самое начало. Я запутался. Как мы пришли первый раз, вы помните? Мы его просто тут убили и пришли сюда, все так. Значит, сейчас мы должны просто точно так же сделать. А мы сможем так попасть? Что-то тяжелое. Мы его испугали, этого убили. Да-да, мальчик. Да-да. Будешь не слушаться, я тебе ручки поотрываю. Вот, все. Все, прошли. Та-дам! Опа! А-а-а, я промазал! Меня раздавило, как же это обидно. Ой, как же, kill the cam. Блин, вот это поворот. Так, туалеты можно сбрасывать, я так понимаю, да. Куда тут дальше идти? Куда идти? Что? Что? Нет, мне кажется, что уже все, мы уже сами себя ловушим. Это самое начало. Да-да-да, мы уже все поняли. Так. Ты первый. Как с ним лучше все это расправиться? А как попасть к этому строителю? Спрятался, думаешь, от меня, от великой... Окей. А, это финальная сцена. Фу, блин, ну давайте, ну... Мы же можем это сделать. Я в это верю. Давайте испугаем этого парня. Мне кажется, что он не просто так тут должен бояться. Кстати, а почему это из туалета идет кровь? Что-что? Вообще, если мы этого парня испугаем, а потом доберемся, то... Ну чё, это ничего. То что должно произойти? Что? Ну вот, мы его можем сейчас убить, но тогда смысла будет не очень много. Нам на туалет как-то вернуть. Ой, не этот, не этот туалет. Ну уже ладно, это будет это. Как его? Смятку, блин. О, стоп, смотрите, а как мы сюда попали? Ага. А, ну вот, смотрите, мы сейчас испугаем. Вот, смотрите, вот, раз. Теперь, что мы там сделали? Мы пошли вот... Ах ты, маленькая зараза, теперь она тут стоит. И мешается нам, вот так вот, да... Да, тоже большая проблема. Еще одна возникла. Хм. Это было очень неприятно. Я думаю, мы его сейчас убьем и перевернем шкаф. То есть перевернем шкаф на него. Но вообще, мне кажется, мы мыслим в правильном направлении. Давайте еще раз посмотрим. Итак, смотрите. Наша задача. Скинуть на него шкаф, но после этого сразу попасть к подруге. Что для этого нужно сделать? Как вы думаете? Потому что у меня нет идей. Ну вот, мы можем на него сейчас шкаф скинуть. Давайте попробуем это взять, он будет встречать, не получится. Теперь мы можем попасть вниз, влево, вверх, вправо, вниз, мы ее испугали. Теперь нам не хватает немножечко...
ходов нам немножечко не хватает. А вот же ж... Просто новенький. Не знаю. Мы можем ее убить, но это нам ничего не даст, потому что мы оказываемся заперты в этом клубе. Слушай, ну я даже не знаю. Так, сколько уже прошло? 39 минут. Капец, это же невозможно так играть. Ну, для тренера это точно смысла нет. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем... Подожди, если мы просто скинем туалет. Все! Мы разобрали... Мы бы... Разобрались, если бы я... Вот, смотрите, все. Раз, он его убивает. Вот. Да! Ну, простите меня, я думаю... Ой. Блин, вы помните фильм? Как же он назывался? Убойные каникулы. Точнее, там была точно такая же картина. Но там, ну, не точно такая же. Там, конечно, не маньяк, там подошел парень, а... Тут, ну, там, получается, парень хотел... Короче, я вам спойлерить не буду, просто посмотрите, и вы поймете. Убойные каникулы. Я вам говорю, фильм вам понравится. Там и черный юмор, и кровь, и... Ну, забавный такой фильм, я его давно смотрел. Итак, смотрим. У нас появился... Какой же... Ой, что это? Slayway Camp 3D, но... Я думаю, мы его уже будем проходить в следующий раз, потому что я, если честно, как вы видите, что-то... Не очень могу раздуплиться. Поэтому все будет. Обязательно все будет. В следующий раз, как видите, у нас уже на полочке 4 диска. Или кассеты. А, это кассеты. Вон, видите, у нас стоит вот на Sony. Заметьте, видите, да? Sony. Вот так вот. Вот знают, что выбирать. Красавцы. Просто. Респект и уважуха. Так, на средней полочке у нас одна кассета. Я не знаю, сколько их тут будет, но будем надеяться, что побольше. Потому что игра забавная, веселая, интересная, страшная. Хоррор, конечно. Вы что, как же без него-то? В общем, всем большое спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все у нас будет отлично. Игры выходят, все выходит. Думаю, буду делать по 2-3 игры в неделю. Как оно будет, ну не знаю. Будем смотреть по ходу. Так что всем большое спасибо еще раз за просмотр. Всего хорошего. И всем удачи и пока.